Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго всем времени суток! Вы на канале Красный Дракон, и мы продолжаем играть в игру The Night of Rabbit, Ночь Кролика. Мы выполнили ряд квестов, которые нас приблизили к следующему заданию. Это у нас плавание. Так, у нас есть все, чтобы подойти к Шпицвейгу. Ну и двинуться дальше. Когда мы в конце концов отплываем? Не стоит отплывать без весел. Вода очень коварна, не полагайтесь на волю случая, если хочешь доплыть куда надо. И захвати якорь, чтобы корабль не уплыл без тебя после высадки. Пока Сом плавает около шлюза, об отплытии не может быть и речи. Якорь, весла, Сом. Но когда я это все сделаю, мы отплываем. Да, и тогда путешествие начнется. Так, хорошо. То есть надо все отдавать. Вот тебе якорь. Держи. Вот, прекрасный якорь. Якорь мне. Опу. Пока Сом плавает около шлюза, об отплытии не может быть и речи. Так как это суслик, надо вообще говорить по-другому. Но когда... Да, и тогда путешествие начнется. Да, да. Будем надеяться, что... Будем надеяться, что путешествие начнется. Так. Отдадим этому суслику еще и ложку. То, что надо. Отличное весло. Ну, для кого-то ложка, для кого-то весло. Пока Сом плавает около шлюза, об отплытии не может быть и речи. Что ж. Он, зашибись, воткнул ложку, как мы видим. Вот она у нас. Так, и самом успокаивающей капли валерьянки. Давайте дадим большому Сому. Капнем просто. Спокойной ночи. Что ты сейчас вылил в воду? Ничего. Сонное снадобье маленькие мышки вряд ли навредят. Ну, а я... Ну, я надеюсь. Браво, первый помощник Джерри. Пожалуй, открой... Пожалуйста, открой шлюз. Ну и, соответственно, выпусти. Похоже, отсюда управляется шлюз. Ну, или это ракетная установка. Попробую. Да-да-да. То, что нужно. Молодец, я полагаюсь на тебя в первом рейсе. Отдать концы, право руля, на абордаж. Ух ты, какой шустрый. Так, суслик с тугими потугами. Я передумал. Беру командование на себя, но ты останешься моим помощником. Хочу попугая на плечи, чтоб он со мной соглашался. Я буду капитаном для него. Ну да. Итак, задрать люки, поднять перископ, отпуститься на глубину перископа и давайте вниз по течению, да? Так. Поплыли. Стойте! Кто плывет в лодке? Чё, серьезно? Ты опять здесь? Чертила. Ну, в смысле, катила, ну, блин. А он кто в натуре? Водный сорт 400. Ха-ха-ха. Да я умный, забавный и одаренный. Моя няня Аня всегда так говорит. Так, пока не выложили 400 долларов, ни одна лодка не проплывет. Грабеж средь бела дня! Что поделать, дети? Мы тоже развлекались так давным-давно. А взрослые в таких ситуациях должны хранить выдержку, но...
Но может сейчас тот случай, когда нужно выйти и в натуре нахальной мартышки. Мартышка. Но малыш Гумберт мышь. Дети, разберитесь тут между собой, а я погляжу. Грабеж средь бела дня. Как забавно. Ха-ха. Смех за кадром, да и только. Охи, вздохи. Придется что-то придумать. Опять. Да, недалеко мы с вами прокатились. Так, ну что, у нас, короче, на эту крысу только один ответ. Это пойти к его, как кто она там, сестра, не сестра. Аня. Пойти к Анне. Так, где она у нас? В кафе же была. В кафешке. Лесное кафе. Кофе. Так. Официантка. Официантка. Экстравагантно. Официантка. О, официантка. Здравствуйте, официантка. Блин, мышь. Так, что мне там ей надо было отдать? Ага. Объявление об уроках музыки. Это твое. О, какая чудесная идея. Правда? Да, идеально для маленького Гумберта. Но он может играть на скрипке вместе. Я с ним поговорю. Ну да. Хорошо. Так, у нас же есть кружка. Может, ее опять наберем кофемашиной? На всякий случай. Один горячий кофе. Плиз. Вдруг пригодится. Так, жаль, что я не пью кофе, но лучше, я думаю, полный кофе, кружка горячего кофе, чем пустой. Так, что здесь есть? Так, ну, в принципе, мы уже все и так здесь проведали. Картины. Так. То есть сейчас должна она его увести от нас, потому что отправить его должна к этим, да? На уроки музыки отдать. Сюда же? Да. Кто? Что? Проныра в шляпе пожаловался тебе. Чтобы он не напел, это враки. Они... Он врун. Врун, говорю. Неужели? Но его брошюры очень... Там даже написано, как быстро добиться славы и внимания зрителей. Что-что? Славы? Что именно там сказано? Знаменитый Максим Мышаков прибыл в Мышелесье, чтобы обучить одного одаренного ученика игре на самой сложной в мире инструменте, на самом сложном мире. Ну и только одного. Там сказано, что ученик должен быть особо талантливым. Да, я очень талантливый и умный вдобавок. Точно, я умный и талантливый. Вот видишь, Джерри был прав. Гумберт, маленький хулиган, ты именно тот, кто нужен. Хе-хе, конечно. Я стану рок-звездой. Ну да. Станешь? С этим листком только сходить куда-нибудь вон за угол потереться. В следующий раз ты увидишь меня на обложке альбома. Какого? Или где-нибудь на сцене, если тебе хватит денег на билет. Правда? Ну конечно, шалунишка. Хе-хе, шалунишка. Молодец, Джерри, у тебя задатки истинного древохода. Теперь мы можем плыть дальше. Так, бандита с большой дороги мы убрали. И отправились... Отправимся дальше.
Лодка. Оба. Погружение. Так. Где? А вот он. Поплыли. Так, а что там? Все что ли? Куда плыть-то? Ну, вниз по течению. Что-то там опять не то. Так, мы приплыли к затопленному, к затопленной деревне. Чё, суслик, ты все что ли? Благодарю тебя, мой юный друг. Отличное начало для великого приключения. И оно началось здесь, на нашем скромном холодном ручье. Теперь я сплавлюсь к большой реке, а из нее дальше. Но ведь повсюду вороны, ты прав, нельзя терять бдительность. В крайнем случае я просто дуну индийским перцем прямо в вороний клюв. Перцем? Да, вот, возьми немного в благодарность. У него есть антидот. Индийский перец способен на многое. Можно даже приготовить пищу. Неужели? Конечно, у нас это называется, по-моему, просто... Как это? Индийский перец? Болгарский перец? Так, что он нам дал? Индийский. Где этот индийский перец? А, вот он. Мешочек. Индийский белый перец. Хотя... Нет, почему? Не болгарский. Там что-то другое. Приправ и смеси очень полно. Так. Ну все здесь, по-моему, уже все тогда облазили. Лягушка в форме. У него, по-моему, больше нечего брать. А здесь что? Похоже на небольшую лестницу. По грибам придется еще подрасти. И тогда я смогу выяснить, почему там идет снег. Угу. Так, лесная тропа на этой стороне ручья. А мы туда ходили? По-моему, нет. Лягушка в форме. А, вот уже. Неужели это Джерри, подающий надежды древоход, о котором все говорят? У тебя не завалялось огненных чар? Это я, но я еще только учусь. Слухи у нас быстро расходятся. Надеюсь, ты понял, что я пошутил насчет огненного заклинания. И вообще, мой велосипед сделан из спичных. Он сгорит в момент. Так, ты почтальон Платон, велосипед приморозило, и, к сожалению, мне пора идти. Так. Ну, всяко это почтальон. Знаешь, если почта не дойдет до адресата сегодня же, я стану простой лягушкой. Платоном. Велосипед приморозило? А то не видно-то. Надеюсь, что завтра лед растает. Но мне это не поможет. Если я не доставлю сегодняшнюю почту, меня уволят? Чё, серьезно? Я смогу тебе помочь? Удачи, Платон. Скоро увидимся. Ладно, хоть это. Ну ладно. Поехали отсюда. Здесь пока что у нас все тоже ароматные ягоды. Ах ты, ладно. Куда нам? А, вот.
Вниз по течению. Лодку сносит течением. И берегись водопадов. Водопад? Оуч, серьезно? Стоп-кадр. Это был стоп-кадр. Ох ты. Как я лихо, а? Я думал, мне конец. Ну и ну. Уф. Должно быть, это и здесь жилище гномов. О, я вижу капельку. Так, мы взяли ложку, веревку с крюком. Так, вот здесь вот капелька. Мерцающая улитка. Так, еще одна капля. Где же, где же? Так, задняя дверь. Давайте посмотрим в окно, что там. Кто там возится у окна? Свалив туман, апчхи! Кажется, кто-то что-то... Это крики о помощи. Зову на помощь, говорю, с катертью дорога. Апчхи! Хи! Ну вот опять, уверен, кому-то нужна моя помощь. Нужно попасть туда любой ценой. Так, у нас есть... Что у нас есть? Улитка. Улитка, капля. Надо внимательно посмотреть, может еще где капельки мерцают. Так, где у нас... Давайте попробуем войти. Заперто наглухо, серьезно? Одуванчиковое поле. Ух ты. Так. Одуванчиковые поля. Ладно, проникнуть в дом нужно. Так. Потом. Что-то нужно сделать с окном. Заперто. Так, ну у нас еще здесь. Где-то что-то. Больше все ж не мелькает ничего. Водопад, стремительный ручей. Огромная свекла. Гигантской свеклы я еще не видел, очень сладкий запах. Ладно, давайте. Так, что-то нужно делать. Давайте-ка попробуем проникнуть. Из всех тут ломов у меня, по-моему, только гвоздик. Гениально! Вырежу в стекле дыру. Ага, стеклорез, что ли? Сработало просто отлично. Что дальше? А дальше... Смотри, мы что сейчас сделаем? Смотрите, смотрите. Прям как эти, просто.
чпок. Улиткой присосали и выдавили стекло. И снова крики о помощи. Нужно разобраться, что случилось. Давай-ка, что за дед 100 лет? Здрасте! Знаешь, куда засунуть свое здрасте, сынок? Малолетний преступник! Етить, кудрить. Что? Я думал, вызвали на помощь. Ха! Помощь! Лесные гномы не зовут на помощь. Сейчас тебе, юнец, понадобится помощь. Ну, тот бы сказал. Вы... Кх, что-то он все кашляет, чихает. Вот опять. Ха! Я сейчас пойду и запру тебя в одном из наших чуланов. И там ты сможешь, любоваться туннелями. Да, пчхой, вот опять. Вы снова звали на помощь. Нет, тут надо было вообще по-другому. Че, он все уснул, что ли? Прикимарил. Звал на помощь и чихнул, вот и все. Я... Слег с гномьей простуды, наверное, подхватил в пешеходном туннеле, когда навещал родителей. А, так это с той стороны эта фигня как раз была закрыта, которую мы обошли отсюда? Где надпись была, что здесь простуженный гном? Мои соседи уже ушли с холма, ну, конечно, чтоб не простудиться от тебя. На их месте простуду не начихаешь. На гномию простуду. Вы уверены, что вам не нужна помощь? Да, уверен. Хотя... Есть кое-кто на примете. И что нам надо? Она могла бы помочь, если бы захотела. Но... Лесные гномы не просят помощи. Да ладно, давай я скажу. Чё, я ж тут специально для этой хрени тут и как бы назначен. Так, тут все, что ли? Ты уснул? Люк в туннель. Чё-то вообще. Так. Эй, айда-ка. Камнехват. Кто тебе поможет-то? Кто тебе может помочь? Никто мне не поможет, хотя есть кто на примете. Вакуум, мышь Аня. Вот, наконец-то. Старого Ули нет, и она... Хорош чихать, меня еще заразишь. Вот. Точай. Точно. Она одна умеет лечить. Серьезно? Я тоже. Где-то топор у меня завалялся. Давайте ее попросим. Но опять гномы не могут, то есть не просят о помощи, конечно. Вот так и подохнешь. Так, появился квест. Да, взяли мы его. Сейчас посмотрим. Да, что возможно, Аня сможет ему помочь. Так, почтальон Платон мог развести приглашение, но его велосипед застрял во льду. Семечко дуванчиков летают у дома лесных гномов. Вот бы был способ их поймать. И камни хваст. У тебя есть древнее приглашение, волшебная марка. Джерри должен заказать синий сок. Так, все остальное мы же все прошли. Лесной гном болен. Так, ладненько, давайте. Че, серьезно? Продолжить. Так, выжималка синего сока. Тут же ничего такого нету. Переключатели, выжималки. Так, давайте осмотримся. Так. Так, пробковая доска. Ага, ключ от ворот. Это нам надо.
Так, а это что у нас? Не забыть отблагодарить барсуков. Что там? Никто мне не поможет. За ревневый пирог. А, понятно. Так, нижняя кровать. Ух ты, у них верхняя кровать, нижняя кровать. Вот верхняя, средняя и нижняя. Ничего себе они тут. О, шаткая доска. Чё-то ломал? Минуту, под доской что-то есть. Карта. Но очень необычная. Найдена карта для квартетов. Чтобы посмотреть коллекцию карт, выберите пункт коллекция. Замечательно. Так, приоткрыть. Тут написано хранилище элитных гномих корнеплодов. И еще руки прочь. Ненадежно заперто. Че, реально не сможет? Ух ты. Наклейка. Чтобы просмотреть коллекцию наклеек, открой рюкзак или главное меню, выберись пункт. Коллекция наклеек готова. Взяли еще одну. Так, мы пришли отсюда. Выжималка синего сока. Выжималка синего сока. Запатентована лесными гномами. Копирование запрещено. Большой маховик. Не двигается. Наверное, лучше не трогать. Убери свои лапы. Так, что у нас? Люк в тоннель. Нет, давайте. К фасаду дома. Если я прав, то мы как раз тут и выйдем. Да. Заперта калитка. Откроем ключами. Ах ты. Тут же обязательно надо брать ключик. И применять ее к калитке. Наконец-то. Мне больше не нужен ключ. Я просто оставлю его в замке. Так, что у нас тут афиша? Скоро в вашем городе. Ясновидящие. Лесная тропа к радиостанции. Сюда нам? Лесные тропы. В Мышелесе, да. Так, а где тут этот суслик? Мы же тут суслика оставили. Так, нам сейчас, наверное, нужно пойти к Ане и попросить у нее помощи. Лесное кафе. Официантка. Официантка. Но где ж ты там? Где вас черти носят? Что за обслуживание? Что сейчас будет? А что с возвращением? Ну а просить о помощи, дорогие друзья, мы будем в следующей серии. Заходите на канал, досматривайте видео до конца,
оставайтесь с нами. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока.